Москванын правительствосу Собянин Москвич терге мындай бесплатный кимге садикага кимге школго барса берип атат. Кичине ачып көрөлү. Эмне бар экен? Кимдин балдары школго садикке барса берип атышат. Берип молоко. Мука пшеничный 2 килограмм, сушеный завтра 450 килограмм, а ну на компенсацию я умею руки молочи норики. Убери руки. Дайди. Шонка там. Какао. Какао убери. Вот кран. Корона. Эмеге, коронавирус хамайкен. Чухай. Папа. Хлопья, расплял бы в трусы. А если договор? Яичничный лёд. Печенье с сахаром. Печенье с сахаром. Будешь шоколад. Вау! Подожди. Шоколад. Перкой конечно. И чай. Кран. Ну и раз чай, ты у меня напалам больше. Ой, кран, вкусно. Где яичничный лёд? Дай мне. Мука. Вот. 2 килограмм. Молоко. 5 литр. Аваси. Аваси. Палка. Так, уберем. Это второй. Так, второй. Откроем. Тоже литр курсанта. Москвич терге. Берин адам. Бүгүн балдар, көп балдарга эмнелерге, ну вот сахар, рис, молоко еще там. Ашанский эмекен. Каждый день. И отдельно сок литровый. И обязательно гречка. Кукуруза. Оливьева. И кушеный молоко. Скушенка. Все. Кушеный молоко. Эбби. Эбби? Собянинге, чон рахмат. Айтхова.